Пап, а почему Луна больше звезд? А хрен ее знает. А почему Солнце такое яркое? А хрен его знает. Пап, может, ты устал? Нет-нет, ты спрашивай, сынок, кто ж тебе еще, кроме отца-то, все объяснит? Жена просыпается с похмелья и спрашивает у закодированного мужа. Слышь, Толь, а когда ты пил, ты что делал, если на утро у тебя голова болела? Трындёж твой слушал. Беседуют две подруги. Ирка, прикинь, мой сказал, что если узнает, что я ему изменила, то он застрелится. С тех пор ничего ему не рассказываю, уже 7 раз его от смерти спасла. Натаха, ты святая. Вовочка, ты почему опоздал на уроки? Я собирался на рыбалку, но отец не пустил меня. Очень хорошо, я рада, что у тебя такой умный отец. Он, конечно, объяснил тебе, почему нельзя пропускать школу. Нет, он сказал, что червей на двоих не хватит. Ночь, жена трясет мужа, тот спросонок. Танька, ты с ума сошла? 3 часа ночи, что случилось-то? Петь, у меня голова прошла. Подвыпивший голый зять пришел в спальню к своей теще и говорит. Светлана Николаевна, а вы верите, что сны сбываются? Верю. Тогда раздевайтесь. А где еще двое?